Всем привет! С вами, как всегда, Влад, и вы на моем канале. И сегодня у нас Warcraft, и это рассказы. Извините, что 4-я глава. Ну ничего страшного. Просто я немного поиграл. Ревущая опасность. Глава 4. Восстановление сил. Как вы сейчас, поздравляю вас с Пасхой, подписывайтесь, ставьте лайки. А мы начнем. Подождите. У нас идет загрузка, восстановление сил. Со что 4 глава называется. Если что, не начало, просто я здесь еще немного играл на 4 главе. О, а тут кролик. Причем золотой, он телепортируется даже. Нюхать. Блин, музыка такая прикольная. А вот и кролик. Ну там на заднем плане только что была самка, если вы не заметили. Нюхай. А вот и заяц обычный. Атаковать. Блин, он с одного удара убивает. А можно мне таких волчат, которые с одного удара убивают? Это было легко. Легче, чем можно было подумать. Пойми, лучшая добыча – легкая добыча. Тебе нужно научиться экономить свои силы и готовиться к любым сюрпризам. А сейчас и добудь еще мяса. Мне нужно много есть, чтобы восстановить силы. Так, пятая компания. Ой, глава. Безопасное место. Пятая глава. Так и называется пятая глава. Вот этот волчонок, это мы, а это вот, это типа мама. Хотел самка сказать. Так. Сейчас у них уже ночь. Слушай, ой, извините. Нам нужно найти безопасное место, чтобы я полностью восстановила силы. Веди, мама, я за тобой. Извини, дитя мое, но заранее мой нюх стал гораздо хуже. Ты будешь искать нам безопасный путь, а я помогу советом. Мама наконец-то увидела, что я взрослею, думает наш волчонок. Я ее не подведу. Нюхать. Интересно, что тут трава сквозь текстуру дерева проходит? Странно. Я чую запах сладких ягод слева, влажной земли справа. Мама, расскажи мне про влажные земли. Сладкие ягоды. Эти ягоды – любимое лакомство медведей. Влажная земля значит, что многие животные пойдут туда пить воду. Тогда мы пойдем. Где там? По-моему, влево. Это плохой выбор. Мы можем
встретить медведя, когда он пойдет за ягодами. Это хороший выбор. Мы найдем там много добычи. Мама, мы уже в безопасности. Не совсем. Медведь еще может выследить нас по запаху. Я знаю этот тип зверей. Они не сдаются просто так. Поэтому нам нужно обмануть его одним ловким трюком. Следуй за мной. Вода смоет наш запах. Медведь не пойдет в таком направлении, мы ушли. Эта вода привлечает многих животных, которые мучают жажда. У нас будет возможность хорошо поохотиться. Давай останемся здесь, пока я полностью не восстановлюсь. Ты действительно самая умная мама? Это просто замечательный трюк. Я его не забуду. Следующая глава. Шестая? Да, шестая. Шестая глава. Подсказки и хитрости. Хочу напомнить, чтобы вы подписались и поставили лайк. Просто я вижу одного мальчика, который не подписался. Как ты здорово, что мы проснулись, мама. Как ты себя чувствуешь? Мои ребра до сих пор болят. Я очень слабо. Полагаю, мне нужно больше времени, чтобы выздороветь. Что мы же будем делать? Мы остановимся здесь на некоторое время. Это будет наше временное логово. Мы волки, глупые охотники. Мы загоняем добычу, и обычно нам не нужно скрывать свои присутствия. Но сейчас нас только двое. И проблема в том, что загнать нас могут этот медведь. Если он последует за нами к стае, он может причинить много бед. Поэтому я хочу научить тебя скрываться от добычи и врагов. Как трюк с водой? Да, вот, 11:22. Как трюк с водой? Иди за мной. Кстати, это я так себя назвал на этой главе. Этого растения очень сильный запах. Если ты спрячешься в таких зарослях, тебя будет гораздо сложнее обнаружить. Еще нужно следить за направлением ветра. Он может помочь тебе или выдать твое положение. Всегда прячься от наветренной стороны.
Ходи по траве или сухой грязи, тогда ты не оставишь следов. Ого, мама, ты такая крутая, знаешь столько классных приемов. Тогда когда-нибудь наши пути разойдутся. Я хочу подготовить тебя к любой ситуации. Но, мама, я хочу следовать за тобой всегда-всегда. Когда-нибудь встречу с особенного волка, последую жизнь, зовут своего сердца и не забудешь, но это нормально, такова жизнь. Что значит особенный волк, мама? Я не понимаю. Это обозначает особенную личность для себя, с которой ты обретешь счастье. Ко, походу, еще один волк. Присоединимся к стае. Ну, норм. Кого ты встретишь опасно с лицом вместе с тобой? А, он типа уже вырос? Идет все расплакался. Он типа уже вырос? Или это новый волк стая? Кто будет заботиться о тебе, если ты ослаблеешь и устанешь? Кем ты захочешь растить детей, как биогриф для меня? Седьмая глава. Обильная охота. Не спрашивайте, что я там делаю. Я уже чувствую себя гораздо лучше. Мои разные почти зажили. Скоро мы отправимся в путь нашей к стае. Но перед этим мы должны сделать кое-что важное. Мы должны устроить настоящий пир перед путешествием. Я не знаю, сколько добычи мы найдем на пути, поэтому наступило время великой охоты. Так что больше никаких тощих больных кроликов? Да, вот, 11:22. Сегодня я научу тебя охотиться, как волка из стаи. Понюхай ветер. Я чувствую аппетитный запах молодой и здоровой олени неподалеку. Я буду охотиться на этого оленя честно? Не совсем, дитя мое. Ты можешь поймать его храбрости и силы. Тебе не занимать. Но твое тело все еще слишком маленькое. Ты не сможешь свалить оленя, потому что он... Будет гораздо более важная миссия. Тебе придется загнать оленя прямо к моему укрытию. Тогда я смогу атаковать его неожиданно, и у нас будет гора мяса.
Сделаю все возможное, мама. Ты будешь мной гордиться. Я спрячусь здесь. Это идеальное укрытие. Теперь твоя очередь действовать. Олень. Мне нужно двигаться очень осторожно и привести этого оленя прямо к маме. Ага, значит он... Вы хотите сказать, что он отвлечет оленя, чтобы он к маме? Пришло время использовать все, чему она меня научила. Учитывать направление ветра, сильный запах цветов. Я не оставлю следов. Я смогу это сделать. Обязательно через зад? Выть. Выть. Он боится! Выть. Все, заставили мамонта. Мы сделали это, мама. О, их, ох, насколько же этот олень вкуснее кроликов. Я так горжусь тобой. Вот, 11:22. Еще немного, и ты совсем вырастешь. Подождите. Так. Вот. Все. А теперь давай на пол... наши животы. Нам нужно набраться сил. Следующая глава. Какая? Седьмая? А, восьмая. А, 9 апреля уже будет доступно. На... ноль. А, ну тогда мы будем заканчивать. Ну а кому понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!